Ваши аплодисменты. Tarsi Astana Symphony Orchestra. Художественный руководитель и главный дирижер Ерлан Бейсембаев. Еще более громкие и продолжительные аплодисменты, дамы и господа. Қайырлы кеш, қадірменді қонақтар, құрметті ханымдар мен мырзалар, алматылықтар және әсем қаламыздың қонақтары. Добрый вечер, многоуважаемые леди и джентльмены. Здравствуйте, дорогие наши гости, любимые друзья. Добро пожаловать на ретро-музыкальный квартирник. Аплодисменты. Для меня сегодня большая честь приветствовать вас всех, потому что в этом зале собрались наши самые близкие друзья, настоящие преданные поклонники великой музыки и прекрасного творчества. От имени этой замечательной команды на сцене сегодня мы приветствуем вас всех в легендарном Дворце Республики. Хошкельнгзер Кадерминде Достар! Спасибо большое, что в этот вечер сегодня вы вместе с нами. Многие из вас зададутся вопросом, а почему же именно квартирник? Что это означает? И здесь я хочу рассказать вам небольшую предысторию. Квартирник подразумевается, когда собираются друзья у кого-то в гостях и слушают музыку. Да, и если вы ответили так, то вы абсолютно правы. Именно это и имели в виду музыканты нашего оркестра. Сегодня они постараются воссоздать для вас ту самую домашнюю, дружескую, очень теплую музыкальную атмосферу, по-настоящему сердечную и наполненную душевной музыкой и самыми яркими эмоциями, а главное, любимыми песнями. Одним словом, дорогие наши гости, чувствуйте себя как дома. Если захочется петь, пойте. Если захочется танцевать, еще лучше, не стесняйтесь, вставайте со своих мест, зажигайте, танцуйте, аплодируйте, подпевайте нам. Это будет для нас самая большая награда – чувствовать ваше настроение. Кстати, о настроении. Как вы, друзья? Очень хочется верить, что сегодня у нас получится действительно душевный, по-настоящему теплый музыкальный вечер. Итак, сегодня с этой сцены будут звучать хиты разных времен и поколений. Я уверен, что каждая песня откликнется в вашем сердце. Ну что ж, дамы и господа, давайте начинать. На сцене солистка Tarsi Orchestra, лауреат международных конкурсов, призер конкурса «Jazz Canad». Встречайте, Анель Исина! Thank you.
Кайлкеш, Алматы, добрый вечер, Алматы. Как ваше настроение? Супер. Мы рады всех вас приветствовать на нашем концерте. Немного расскажу о следующей композиции. Эта композиция очень известная, одна из моих любимых песен. И это песня из репертуара певицы Земфиры. И называется она «Небо Лондона». Спасибо. Симфонический оркестр Тарси, Ерлан Бисимбаев. Я думаю, следующую песню знают все, поэтому убедительная просьба, зал. Давайте все петь вместе, дружненько поддерживать. Это будет очень круто, обещаю. Ночами темными
Все были звонки, ночные ваши слезы, нервы, любовь и стрелки у пожаре, тянули мои и старые засновы ку, лишь каждые пять, а вот не вы готовы и... Спасибо. Спасибо большое, Алматы, за теплый прием. Там оживление, суета в этом мире.
тут и там, расставляя мечты по местам. Мир меняет твоя красота, я его больше не узнаю. Ла-ла. Браво, браво. Анель Исина, оркестр Тарси. Еще аплодисментов, друзья. Искупайте наших артистов своей поддержкой. Браво, Анель. Спасибо большое. Браво. Мы только начали, а уже чувствуется невероятная энергетика в зале. Дорогие друзья, забегая немного вперед, сейчас будет блок очень душевной, красивой музыки. Поэтому, когда вы услышите следующие композиции, можно включить свои фонарики и создать действительно очень-очень теплую атмосферу. Многие часто задаются вопросом, а что же означает название оркестра Тарси? Откуда произошло это слово? И это наиболее популярный вопрос в социальных сетях нашего коллектива. Стоит отметить, что здесь есть тоже особенная история. Это название родилось от слова «катарсис», то есть высвобождение эмоций, возвышение, очищение души через искусство. Поскольку нас с вами сегодня в этом зале соединила музыка, именно музыка, ее величество влияет на человеческие чувства и играет особую роль в жизни. И поэтому главная цель оркестра Тарси – будоражить сердца, будоражить эмоции, пробуждать чувства, делиться своей энергией, что и делает наш коллектив на протяжении года. Вы представляете, коллективу Тарси всего лишь год, а за эти 12 месяцев команда дала уже более 30 успешных концертов по всей стране. Это заслуживает отдельных аплодисментов. Что еще немаловажно, дорогие наши зрители, в прошлом музыкальном сезоне именно ретро-квартирник оркестра стал победителем премии Тикетон Awards за самое большое число аншлагов в номинации «Лучший симфонический концерт года». Это заслуживает отдельных аплодисментов. Кто следит в социальных сетях за коллективом, знает, что оркестр Тарси плодотворно сотрудничает с известными артистами, легендарными, любимыми казахстанской публикой артистами. И сегодня наш вечер будет не исключением. И сейчас впервые на сцене в тандеме со столичным оркестром выступит любимая группа алматинцев, казахстанцев, чьи голоса и песни знает вся страна и далеко за пределами Казахстана. На сцене вместе с оркестром Тарси группа JCS. Если бы все люди помнили о чуде,
разлуки на земле. В этом горько-сладком мире все охвачено игрой беспредельной, ты шире, как мы встретились с тобой. Если я как-то водиться вдруг устану и усну, буду помнить я, сестрица, помнить дом свой, весну, весной, весной. Пьют олени воду из ручья, а вода мучная, как небо, и ничья. И вместе! Жизнь была бы сказкой, песни медом лаская, и летала в небе бабка на ветве. Если бы все люди помнили о чуде, чудо жизни, любви, разлуки на земле. Олени воду из ручья, а вода прозрачная, как небо, и ничья. Жизнь была бы сказкой, песни медом ласкай, и летала в небе бабка на метле. Если бы все люди, если помнили о чуде, чудо жизни, любви, разлуки на земле. Жизнь была бы сказкой, песни медом ласкай, и летала в небе бабка на ветре. Если бы все люди, если помнили о чуде, чудо жизни, любви, разлуки на земле. Спасибо. Спасибо! Спасибо! Рахмет! Спасибо большое, друзья! Как настроение? Супер! Ну, следующая песня, она тоже о любви, и называется она «Тук-тук». Не бывает побед без потерь.
открытую дверь. Стучит ко мне, милая, вдруг, вдруг. Так любимым шагом бьет сильнее там-там. Я тебя никому не отдам. Как тюницы порой, тихо слышится стук. Это наше сердце рискует. Это сердце мое барабанит в груди, посылая нас с тобой дожди. Спасибо большое, друзья. Ну, а для того, чтобы исполнить следующую песню, мы хотим пригласить на сцену замечательную певицу Анели Сино. Под ваши аплодисменты, друзья! Ну, а песня, которую мы исполним вместе, она называется «Что-то подобное думают дети о нас и о мире». В этом мире, мире странами большом, не могут люди спать зиму, как медведи. Зимой тихо было на земле и хорошо, другу не мешали бы и соседи. Не смог жить жертвовать цвета, да герой, заменил самый предотвязвен за спину. И никому не важно, за ты первый цара пометил эту горную вершину. Что-то подобное думают дети о нас и о мире, глядя на мир этот впереди. Я побегу за детворой, там погляду дай дугой, стану я другой. Я побегу за детворой, там погляду дай дугой, стану я другой. Зачем-то то, что было много книжек прочитать, чтобы понять, что все на свете тайна. Зачем хвалить кого-то долго или обвинять? Это же все случилось все случайно. Если природы им достаток, но он небольшой, не могут люди спать из зиму, как медведи. Сегодня тихо было на земле и хорошо, друг другу не мешали быть соседи. Что-то подобное думают дети о нас и о мире, глядя на мир этот свет перевернутый дом. Продолжение следует...
Хотя на мир этот свет перевернутый дом. Я побегу за этим дворой, за подворой другой, стану я другой. Я побегу за этим дворой, за подворой другой, стану я другой. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое. Ваши аплодисменты. Анна Элисина и оркестр Тарси. Группа DCS. Рахмет. Спасибо большое. Ну а следующую песню, которую мы исполним, мы хотим посвятить всем влюбленным в этом зале. И называется эта песня «Я люблю тебя». И мы очень надеемся на вашу поддержку, поддержку влюбленных в этом зале. Споем все вместе. Не слышно? Все влюбленные вместе с нами. Вся земля, как чаша до краев полна, днем золотого, ночью черного. Ну а небо бездонно, видно чья-то душа. Высоко к себе жизнью ковша, легко дымкой скользит не спеша. Суждена была нам встреча у реки. Мы глазели друг на друга, как зверьки. А ночью, как странно, под луной. Никуда, как нет волны река, я люблю поем тебя. Мама, 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 все вместе. Мама, 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 я тебя люблю. Мама, 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 я люблю тебя. Я люблю тебя, я люблю. Я часто крутят пальцем у виска. Ум-а-мэ. Ветер дует, дует горсточку песка. Ум-а-мэ. А мы у реки будем вместе сидеть. И на волны безумно придет, целый день они будут шуметь. Все вместе! Я люблю тебя. Мама, 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 мама. Я тебя. Вы готовы, друзья? Вместе с нами! Я люблю тебя. Мама, 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 м
готовы? Ну а теперь вы! А можно еще громче? Вы вместе с нами! Спасибо! Спасибо! Мы вас любим. Дамы и господа, ваши самые продолжительные аплодисменты. На сцене музыкального ретро-квартирника оркестра Тарси, легендарная группа, друзья коллектива JCS! Провожаем эмоциями, овациями наших дорогих гостей, друзей нашего коллектива и продолжаем вечер. Как вы, друзья, все хорошо? Спасибо за эти эмоции, спасибо за ваши фонарики, спасибо за эту атмосферу. Мы продолжаем наш вечер. И сейчас, леди и джентльмены, для нас огромная честь вспомнить одного артиста, имя которого дорого каждому казахстанцу. Но именно алматинцам он близок по-особенному. Именно в нашем городе начался его творческий путь. Именно здесь взошла его звезда. Именно в нашем городе, здесь, родилась легендарная группа «Алма-Ата», которую позже, благодаря Примадонне Алле Пугачевой, миллионы людей в разных странах мира полюбили как группу «А-студио», безусловно. И великий и любимый Батырхан Шукенов. Именно его незабываемые хиты – сегодня мы будем вспоминать вместе. Начнем мы с композиции, которая в творчестве Батыра занимает особое место, священное место. Ее он исполнял с особой любовью и с особым трепетом, потому что именно эта композиция – олицетворение его признания в любви родной земле. На сцене солист оркестра Тарси Алибек Саликов. Жарко, кое-как
симфонической концентрации. Илам Исимбаев, друзья. Көп-көп рахмет сіздерге. Спасибо, друзья, что пришли, алматинцы. Спасибо огромное. Хороший вечер, хорошая погода, хороший оркестр, хорошие песни. И самое главное, замечательная публика алматинская, о которой даже ходят легенды, и не понаслышке я об этом знаю. Спасибо вам, друзья, что нашли время и желание, пришли на этот концерт. Көп-көп рахмет. Мы стараемся вызывать эмоции, часто положительные. И сегодня в составе оркестра я, если можно так сказать, отвечаю за память о Батырхане Шукенове. И сейчас прозвучат попурри из песен Батырхана Шукенова. Все эти песни вы прекрасно знаете. Но если вы еще раз их послушаете, мы постараемся не испортить впечатление. Можете подпевать. Все для вас. Алмата, спасибо!
все мы знаем эту песню, друзья. Джулия. Полива теперь у меня.
ты с тобой излучает. Теперь уж припев вместе, друзья. Дождь, Батор. И каждая капля, а кота слеза, везде льет дождь, и сквозь море небо, за тучами кто-то глядит на меня, глядит на меня, в серый капель дождя, все пустое пролье, чисто выбитый день, за прозрачное стекло, закрывает. Просыпалась душа, черно-белый день, листья капли листа. Научусь себя не видеть, как будто в мире больше нет меня. Я каждый день встречаю на алтаре печали и цветы целую, что любила ты. И днями, и ночами, часы не замечая, снова, снова, снова жду твои шаги. Не пою, не засыпаю, помню то, что забываю, и брожу ночами, словно под водой. В облаках дома не строю, видно, дом того не стоит. Я научил себя не быть собой. Вместе, друзья! Я каждый день встречаю и цветы целую, что любила ты. И днями, и ночами, часы не замечая, снова, снова, снова жду твои шаги. Обещание и тревог,
и светлые свечи. Холод бросится в окно, и по крышам дождь стучит. Расставание час настал, между нами снег выпал. Ты в глаза мне не смотри, тут во мне только ты. Не увидишь мать мою, я тебя не позову. Оркестр Тарси, солист оркестра Алибек Саликов. Спасибо, Алматы, спасибо. Ирла Бишимбаев. Алибек, насладитесь этими аплодисментами. Алибек Саликов, друзья. Алибек, я наблюдал за зрительным залом, и, по-моему, не осталось ни одного человека, который бы вам не подпевал. Спасибо огромное, я это очень ценю. Это прекрасно. Алматы, вы всегда прекрасны. Память Батыра вечна, мы его помним, будем помнить. Да здравствует Батыр. Спасибо! Спасибо, Алибек. Благодарим вас. Алибек Саликов, друзья. Да. Композиции Батырхана Шукенова со сцены в стенах Дворца Республики обретают особую магию и силу. Как настроение, уважаемые зрители? Спасибо большое за то, какую атмосферу вы создаете на нашем музыкальном квартирнике сегодня. Далее мы хотим представить вам композицию, с которой связана очень интересная история. Это всемирный хит, который набрал огромную популярность, «Lost on You». Поаплодируйте, кто когда-нибудь слышал эту песню. Да. Популярная американская певица LP. Сначала оркестр исполнял эту композицию как инструментальную, без вокала. И представляете, благодаря силе Инстаграма исполнительница увидела публикацию оркестра и написала, что ей понравилось. Поставила лайк, оставила комментарий. Это, кстати, тоже заслуживает определенных аплодисментов. И вот тогда, вдохновленный уже, казалось бы, большим успехом, дирижер Ерлан Бисимбаев решил написать ей и пригласить спеть вместе с оркестром. И Ерлан, что было дальше? Вот такой я нескромный, написал. Ну, она ответила, что она с удовольствием с нами сыграет концерт, споет, но пока график очень плотный, но мы ждем от нее ответа и надеемся, что это случится. Ну ладно, не скромничайте, Ерлан, на самом деле ответ поступил, мы сейчас расскажем нашим зрителям, но пока мы в ожидании этого тандема, что вы решили сделать? Мы решили, пока LP ищет для нас место, мы решили найти у себя в стране, в городе солистку и объявили кастинг. Слушалось очень много девушек. И на этот кастинг пришла очаровательная леди, прекрасная, талантливая девушка, которая одновременно любит музыку и является фанаткой LP, можно так сказать. И покорила вас и ваш коллектив своим творчеством. Да, я хочу сказать, что эта песня очень сложная для исполнения. Вот кто был на концерте LP, они знают. И с первой ноты стало понятно, что именно это тот человек, который исполнит эту песню. И вот она сегодня вместе с нами, и большая часть репертуара на ней. Отлично. Так и появилась в нашей команде Анель Исина, которую вы уже видели на этой сцене. Ерлан, ну пока мы все-таки надеемся, что обязательно эта коллаборация состоится. Кстати, уважаемые зрители, периодически на экране вы можете видеть наш инстаграм-аккаунт. Подписывайтесь, следите за обновлениями, за новостями оркестра. Именно там публикуются все самые последние свежие анонсы и новости. Сейчас ваших аплодисментов мы просим особенных. «Lost on You» в исполнении оркестра Тарси и, конечно, несравненной Анель Исиной. Встречайте!
When you grow to play a scene, will you remember the love from the ground you we came from? Further like a most falling towns alone, of who these are not surrounded years ago. How will you know? The smoke you'll leave you got on cold is going down. All I ever wanted was you. But yes, what not to be? I'm never getting to even cause I don't know how. Let's raise our glass. I did my same as if I believe to all the things I lost on you. Tell me what you love if mom and need me all the time. I'm lost to mine. The smoke you'll leave you that I'll go is going down. All I ever wanted was you. Let's take your dream, I'll never let's go turn around.
Спасибо. Симфонический оркестр Тартии. Ерлан Бисимбаев. Спасибо. Спасибо большое, Алмата, за такой теплый прием. Ну, а следующая песня прозвучит из репертуара «А-студио». Здесь хочется сказать, что мы живем в этом мире всего один раз. Поэтому что я хочу от себя сказать? Любите, цените и берегите друг друга. А-студио, я искала тебя. Спасибо. Спасибо большое. Соло фортепиано Дана Джунсикпаева. Ваши аплодисменты. Спасибо. Спасибо. I don't need your sympathy. There's nothing you can say but you for me. No, no, don't bother me to cool. You never change for no one. You're here every even time. Where do you sleep this night? God, I'm strong enough to live without you strong.
about this too. Baby, oh, I have no more news for you or being used. I could write a book, but you don't want to hear me bowing. Конечно, звезда оркестра Анель Исина. Анель, спасибо, браво! Мы продолжаем наш вечер, дорогие друзья. И наш теплый музыкальный квартирник продолжит композиции еще одной легенды Алматы. Да, после фильма «Игла», который снимался в нашем любимом городе, артиста, великого Виктора Цоя, мы, алматинцы, считаем алматинцами. А памятник на улице Тулебаева объективно считается одним из лучших памятников певцу. Но, согласитесь, все-таки главным памятником являются его песни, которые звучат повсюду, слова песен знает абсолютно каждый казахстанец. И сегодня в сопровождении оркестра эти композиции исполнят наши друзья. Трибьют-группа «Пульс кино». Давайте поприветствуем отдельными аплодисментами на сцене Дворца Республики на нашем ретро-квартирнике. Друзья оркестра Тарси, Пульс кино! Джентльмены, добрый вечер! Добро пожаловать! Эти аплодисменты наших гостей звучат в вашу честь. Поддержите, поддержите еще немного. Хотелось бы отметить, что в Казахстане группа «Пульс кино» является настоящим лидером по числу сольных концертов. Команду знают и всегда с нетерпением ждут не только в Казахстане, но и в наших братских странах, в Узбекистане, Кыргызстане, России, ну и, конечно, во всех городах нашей республики. Поэтому давайте еще раз тепло поприветствуем наших друзей. На сцене трибьют-группа «Пульс кино». Надеюсь, песни, которые сейчас будут звучать, мы будем подпевать все вместе. Добрый вечер, Алмата! Кеш жарык! Спасибо, что дождались. Ну как настроение? Давайте попоем вместе.
цветов ножек ног. Звездная пыль на сапогах, мягкая грязла для чады пляц, не нажаты во время курок. Солнечный тень в ослепительных снах, группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Пожелай мне удачи, пою, пожелай мне не остаться в этой траве. Но я не хочу победы любой ценой. Я никому не хочу ставить ногу на грудь. Я хотел бы остаться с тобой, просто остаться с тобой. Но высокая в небе звезда зовет меня в путь, и вместе группа крови на рукаве, мой порядковый номер на рукаве. Пожелай мне удачи в бою, пожелай. Oh.
есть еще краски, но нет холста. У меня на кухне из крана вода. У меня есть рана, но нет бинта. У меня есть братья, но нет родных. Есть рука, и она пуста. Thank you.
если есть в кармане пачка сигарет, значит, все не так уж плохо на сегодняшний день. И билет на самолет с серебристым крылом, что злякая оставляет земля лишь симфонический оркестр Тарси, Астана. Спасибо! Спасибо! Хотел, чтобы я встал, оделся и пошел, а точнее побежал. Но только я его послал, сказал, что болен и устал, и эту ночь не спал. Я жду ответа, больше надежд нету. Четвертый день, хотя по радио сказали, жаркой будет даже день. Но в той тени, где я пока, и сухо, и тепло, но я боюсь пока. Одни идут чередом, день и Дима, три пьем, и в общем весело живем, хотя и дождь за окном, магнитофон сломался. Я сижу тише, я чему и рад вполне. Я жду ответ.
надежд нету. Скоро кончится лето. Стоит под головой кизюль, в ананах нет стакан. И так уйдутся годом год, так и жизнь пройдет. И в сотый раз маслом не упадет бутерброд. Может будет хоть день, может будет хоть час, когда нам повезет. Больше надежд нету, скоро кончится лето. Спасибо, Рахмет. Ну что, друзья, попоем вместе? Больше
нет ничего, все находится в нас, но мы там вместе. Чтобы друг друга понять. Сигареты в руках, чай на столе, так замыкается круг. И вдруг нам становится страшно что-то менять. Спасибо, Алмата Рахмет. Дамы и господа. Симфонический оркестр Тарси. Спасибо. Специальные гости, друзья квартирника оркестра Тарси. Пульс кино. Солист группы Данияр Ербуланов. Джентльмены, Рахмет, спасибо большое. Подарите свои овации еще раз, друзья. Песни вне времени. Браво. Отдельных аплодисментов заслуживают музыканты оркестра, дамы и господа. Хотелось бы отметить, что это уже третий визит оркестра в Алматы и впервые на сцене Дворца Республики. 60 профессиональных музыкантов сегодня дарят вам свое творчество. Дорогие друзья, мы не можем обойти вниманием еще один очень важнейший факт о коллективе нашего оркестра. Дело в том, что команда обладает невероятной особенностью. Они обладают самым главным. Помимо любви к музыке, помимо любви к творчеству, они обладают просто громаднейшими сердцами.
Именно об этом хотелось бы сейчас рассказать, потому что все артисты, все музыканты нашего коллектива оказывают финансовую помощь тем, кто в ней особенно нуждается. Артисты поддерживают семьи, где есть инвалиды, и собирают средства на лечение детей, которые нуждаются в поддержке. Да, спасибо за ваши аплодисменты, это действительно факт. Буквально через несколько дней в столице Казахстана, в нашей любимой Астане, будет еще один концерт оркестра, и абсолютно все собранные средства с этого мероприятия пойдут на лечение деток, которые сейчас проходят особо сложное лечение. И вообще отдельного внимания заслуживает тот факт, что на всех концертах оркестра Тарси часть собранных средств идут на благотворительность. Поэтому, приобретая билет на концерты оркестра Тарси, вы приближаете чье-то выздоровление, вы помогаете кому-то продлить жизнь. И за это каждому из вас лично благодарность, и от всех артистов на сцене низкий поклон. Ну а сейчас, дамы и господа, оркестр подарит вам мега-хиты, которые точно вне моды, вне времени. Я уверен, сейчас меня поймут мои сверстники в зале. Под эти песни танцевали мои родители, танцуем мы, и танцуют наши дети, и я уверен, будут танцевать наши внуки. Группа Бонни М. И хиты этой группы сегодня на сцене. Давайте вставать, давайте вместе танцевать, давайте наслаждаться этими минутами. Друзья мои, берите ваши мобильные телефоны, поднимайтесь со своих мест. Давайте веселиться, давайте танцевать. Танцуют все! Я хотел бы сказать, что для особо активных поющих людей, танцующих, у нас есть специальные именные презенты. Поэтому не стесняйтесь выражать свои эмоции. Вот здесь небольшой танцпол. Пожалуйста, и самых активных мы отметим. В заключение нашего вечера. Друзья мои, не стесняйтесь, подходите ближе к сцене.
спасибо! Рахмет, симфонический оркестр Тарси! Егор Бисимаев! Спасибо, спасибо большое, спасибо. When I first held the afraid, I was petrified. Kept thinking I could never live without you by my side. But I wouldn't spend so many nights. Thank you, helping me it all. I grew strong. And now the whole world together on the sun of death from out of bed. I just want it when it kills as I look for a way. I should have cherished the rhythm, I should have been in the end. I don't trust my death, it would be better for me. Самый лучший симфонический оркестр Тарси. Спасибо всем. Спасибо. Мы ни один наш концерт не заканчивается без этой песни. Пошли. Все вместе. Слова
все знаете. Давайте споем всем залом. Слова знает каждый. Как настроение, друзья? Задние ряды! Привет, привет всем! Алма-Ата! Алма-Ата! Сказала, мы редко видимся с тобой, сердцем всегда. Ты со мной, ты со мной. Пусть я говорят, что не судьба нам быть вдвоем. Люди твердят об одном, об одном, но я это ты, ты это я. И никого не надо нам. Все, что сейчас есть у меня, я лишь тебе одной отдам. Лето прошло, поем, и наступили холода, но все равно мне нужна ты одна. Да ты поймешь, кто не любит и не ждет, а за окном есть у меня, я лишь тебе одной отдам. Алма-Ата! Больно, Лилия Ахтовна! С днем рождения вас! А симфонический оркестр! Соло на гитаре! Евгений Харитонов! Бас-гитара! Мухин Шалахай! Ударный! Чина! Перкуссия! Мостер-джан! Оркестр! Рояль! Дана Чистик-Паева! Симфонический оркестр! Анна Лисина! Ребек Сарика! И я! Алма-Ата еще раз! Вместе! Я это ты, ты это я, и никого не надо. Айо! Все, что сейчас, есть у меня, я лишь тебе одной отдам. Я это ты, ты это я, и никого не надо. Все, что сейчас, есть у меня, я лишь тебе одно. Алма-Ата! Алма-Ата! Алма-Ата, Алма-Ата, спасибо большое! Спасибо, друзья! Алматы, еще много и много-много оваций! Солисты оркестра Анель Исина, Алибек Саликов, на сцене Тарси, Астана Симфони Оркестра. Создатель, вдохновитель и руководитель замечательной команды Ерлан Бейсембаев! Браво, 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 браво! Дворец Республики, еще больше оваций! Спасибо! Спасибо, Алма-Ата! Вы лучшие!